Белый Я лук. размениваюсь по мелочам. Я не размениваюсь по палачам. Мой анус готов к битве. Счет за отсос я вышлю позже. Добро пожаловать в Эсперанс. Что не карта, то практически что-то новое. Эсперан. Эсперанс. Лучший минет матча. Так, по-моему, сейчас мне надо еще раз по одному месту надавать. Приготовьтесь. О. Дорогие зрители, вот честно, героя. Конечно, звучит по-идиотски, но вот пощечина, это вот прям себе... Так просто купил бы себе баночку монстра, чё прям... Пощечина бесплатно вообще-то. Ну, баночка монстра пиздец вкусная. Ну, конечно, у него более длительный эффект, но за ней надо ходить, за ней надо покупать, ее надо вникать в себя. А пощечина, у тебя вот рука, сражаться. Вот ты даешь себе по щеке, все. Хотя. Стойте, у меня на пути. Хотя эффект может быть не слишком большой, но как бы. Если делать нормально пощечину себе, такие не слишком жесткие, такие умеренные, то в принципе, почему бы и нет? Вообще, это 5, один из методов. 4, 3. Может быть, 2, я не советовал бы особо увлекаться этим. Это вам не мор... До активации. Да, согласен, это вам не мартышкин труд, да, сказал Инстон. Да, кстати, ты Инстон, кстати, да. Вот, Яма, ты, вот ты правильно сказал, что это не просто мартышкин труд. Яма, как мне похуй. Тебе похуй, что ты говоришь, да. Устрой я вообще не всех мою гавку. Привет. Приветствую. Приветствую. Верчу привет твой нахую. Drinks. Sings. Say. Chance on say champ. Моля чен фантяни шерема. То я машин тафа. Как бы понадобился здесь? Могу стоять на ногах. Роботом теперь управляет враг. Что? Враги идут цели, элели. Остановим их. Я не услышал. Торбьерн был бы уместен здесь, как думаешь? Да. Но я пока солдат, так-то. Я здесь. Уинстон на связи. Они впереди! А ты впереди! Незачем! Благодарю! Бля! Меня жирный му. Какое киса? Хилочку дашь? Здесь их туры. Подлечитесь. Давай вместе держим. И нужно лицом в хилку. Я чувствую, как восстанавливается моя кожаная ткань. Я чувствую, как укрепляются кости. Он сразу сообразил. Там тролль была, ты даже не помог мне ее сломать. Да я не сразу понял, что там. Да я не сразу обратил внимание на то, что там это... Хилочку дашь? Эй, вы все, подлечитесь. Вы масло? Согласен. Whatever you say, bitch. Тук-тук. Knock-knock, bitch. Враги здесь! Уолтер Уайт, импрессионист. Ой, точнее, Джесси Пинкман. Купол активирован. У меня жопа большая. Ой, что? Здесь их турет. У меня жопа болит. Остановите их барьер! Бля, у меня жопа болит. Да, они меня достали. Ну все. Как по классике жопа. Глеб, у меня жопа болит. Молодец. Глеб, дай хилочку. Дай хилочку. Ну нахер. Я могу тебе дать. Блять, ну. И как я теперь херяться буду? Пиво выпей. Будет тебе. Как жить-то, блять, а? Как жить-то, блять? Мне смешно. Вот тебе смешно, мне нет. Понимаешь, я играю ради победы. Мне вот не смешно сейчас вообще. Типа от него не хватит. Ну тогда я... Пиздец тебе, дружище! Я, может, снова не солдат, но пока... Но и не ран. Но не ран. Но Торбьерн еще куда-нибудь шла. Это был бы бастион, это был бы тем. Но его брали. Step right up and get some.
Осторожно. Ладно, буду... У нас одна цель. Буду тут... Не кажется тебе путь! Ой-ой-ой. Куда-то направляемся. Ресатрон заряжен. Я впервые убил Боба за всю историю Overwatch. Поздравьте меня. Я тебя поздравляю, его на самом деле дохуя легко убить. Просто в голову ему стреляешь, у него дохуя урон. Я просто стоял в сторонке, я особо не трогался. Эх, вот что за... Биберта. Я поражен. Короче, солдаты... Вот этим мудаком, блять. Вот он, блядь, хукнул 17-летнюю девочку, выебал ее грязным металлическим. Я даже не буду. Вот сейчас я вот это делал, чисти. На самом деле кричал. Вы просто не слышали? Он такой, блядь, зеленый. Блять, я представил скин турбосвина, только в виде большого зеленого слона. Бля, а еще я представил себе. Кстати, мне выбрать поддержку или все? Все выбирай. Поддержку? Ты, блядь, не сможешь за поддержку играть. Ну, если только не выберет за меня игра. Ну, если игра за тебя выберет, это ГГ. Мы, блядь, просрём. Хотя, ты бы, в принципе, мог бы хоть за одного медика научиться играть. Но как-то тебе медики вообще не идут. Не, ну Анна, например, более-менее. За Анну я вполне неплохо могу сыграть. За Анну могу нормально сыграть, не проблема. Да? Ну давай посмотрим. Угу. Если ты сейчас будешь медиком, то возьмешь Анну. Если буду медиком, буду сразу педиком. Буду. Нет, точнее, ха-ха-ха-ха-ха, я пошутил. Не смешно, а жизненно, вообще-то, если быть точнее. Бля, еще мне кажется, что я сейчас фразы несколько как будто из пальца высасываю, блядь. Надо быть оригинальнее. Но мозг так не думает. Он говорит, бля, как же меня... сказать что-нибудь банально, вот, точнее, мое подсознание такое шептает, мне это не воспринимаю, но подсознание мне подсказывает. Вот, скажи вот, блядь, вот это, банальное вот это, блядь, скажи вот это, оно так себе смешно, вот скажи вот это. И я такой, да, конечно, а потом такой, ебать, блядь. Так нужно разговаривать с своим подсознанием.